Мы с вами, друзья, находимся в городе Mountain View. И вот вы видите домики, которые стоят на улице. Это то, как исторически тут всегда все было. А тот домик, который мы пойдем посмотреть, перестроен. Вот, вот он слева тут у меня. Вот он. И вот так все это выглядит перестроено. Светик, сколько они хотят за это хозяйство? 1,5 миллиона. Вы видите, друзья, Светлану, которая делает для себя какие-то фотки. Люди, которые любят что-нибудь строить, они просто так не могут смотреть. Им обязательно нужно идеи какие-то документировать. Да, Свет? Вот. Что мы видим? Мы видим тут сбоку, видите, так присыпали такой корочкой. Когда дом продают, его приводят в такое состояние, вот предпродажное. Видите, деревья подрезаны. Вот. Значит, корой толченой тут присыпаны. Ну, я начал с дворика. Дворик тут небольшой задний, потому что весь участок 6 соток. И, а вот, вот как выглядит новый забор, да, у нас ребята говорят, заборы, они темнеют. Вот так он выглядит новенький, а пройдет какое-то время, будет снова серенький. Так вот, дом это где-то примерно 2400 скверфутов, то есть, ну что-нибудь, ну грубо, 240 квадратных метров, я не знаю. Дом перестроен, они к нему достроили существенно, так, где-нибудь процентов 50 от того, что там было. Вы видели, когда мы только начинали, как выглядят местные домики вот тут. И тут как бы две линии. Вот одна линия, мы сейчас ее увидим, когда я зайду в дом со двора. Вот, тут такая кухня, видите. Все такое open space. Значит, это кухня, мебель такая современная, это стейджинг. Вот. Так. Да. Большое количество людей, которые смотрят дома, это соседи. Им всегда интересно, что там, особенно когда стройка идет. Очень много соседей приходит. Вот там сейчас зашли соседи, они с агентом беседуют. Вот. Светит интерес в том, что она смотрит на какие-то решения, которые, может быть, мы когда-то потом будем применять в каком-нибудь проекте будущем. Так, вот вы видите. Тут очень мило. В старом доме, видите, вот эти балки, они там были, это такой способ строительства. Их можно закрыть, но, не знаю, вот они решили их не закрывать, но так как-то сделать более современными. Вот так вот вы видите. Окей. Так, ну давайте я пройду вперед немножко. Тут у нас туалетик. Мило, очень мило. Оно как-то так стильно сделано. Они подняли потолок тоже. Может быть, не всюду, но в существенной части дома. Вот тут, например, они подняли потолок. Yeah. Так, дверь какая, смотрите, прикольная. Давайте глянем, это, наверное, гараж. Пошли посмотрим. Так. Ребятки, у нас есть проблема здесь. Тут на одну машину всего гараж. Гаражик всего на одну машину. Это маловато, конечно. Для дома у него 4 спальни. И 2,5 санузла. Так. Тут у нас что? Шкафчик. Миленько, очень миленько. Такое впечатление, что вообще как новый дом. Ну и вот здесь, видите, такая замечательная территория. Где можно сесть, поболтать, потрепаться. Вот, видите, как. Так. Вот это одна линия, и пойдем сейчас другую линию посмотрим. Вот мы вернулись практически на то место, где начинали. И вот тут влево начинается такая приватная территория. И на этой приватной территории должны находиться спаленки. Ну-ка, давайте посмотрим. Да. Окей. Вот у нас одна спаленка. Так. Миленько, небольшая, может быть, метров 10 квадратных. Вот такие шкафы тут со стеклянными
дверьми. Замечательно. Вот пол, обратите внимание. Во всем доме вот такой пол. Он очень симпатичный. Так. Ага, не в ту сторону движусь. Сейчас развернусь. Вот. Пошли сюда. Значит, вот тут офис. Офис, такой столик стеклянный. Ну, опять это все, как сказать, декоративненькое. Вот, и там шкафчик. В принципе, можно было бы и бедрум тут сделать тоже. Вот вы видите, давайте я вам покажу, как выглядят предохранители в доме. Вот такая коробочка. Значит, вот. Вот они здесь все. И тут подписано, какой за что отвечает. Я знаю, что нас многие интересуются, поэтому решил вам показать. И вот там этот бэк-ярдик, видите, с которого мы начинали. И вот сейчас мы начинаем двигаться в другую сторону. Это окошечко, вот вид на замечательный новый забор. Итак, разворачиваемся. Не спеша. Хоть у нас и 60 кадров в секунду, торопиться мы не будем. Вот мы вышли в коридор, это как бы параллельная линия в этом доме. И этот бедрум мы только что посмотрели. Вот этот. Окей. Движемся дальше. Так. Это еще один бедрум. А всего их 4. Примерно такого же размера, я бы сказал. Давайте я так, может быть, вот, отойду. Вот так. Вот так. Тоже стеклянная дверь. Так, пошли дальше. Так, вот у нас тут с такой ползучей дверкой санузел. Полочки, умывальник, вот и я тут с вами, понятно, значит, туалет, вот так тут миленько, посмотрите, как тут, вот так, хорошо, мне здесь нравится очень. Не знаю, как вам. Ну, так, идем дальше. О, это уже мастер-бедрум. Это большой бедрум. И кровать здоровенская. Так. В принципе, мастер-бедруму положено иметь свой санузел. По-моему, это он и есть. Что, это bathroom there? Yes. Окей. Humongous, а? Так, заходим. Большой-большой такой bathroom. Значит, тут мне туалет. Так, туалет. За дверью что-нибудь есть тут? Нет, ничего нет. Вот я стою в дверях. Так, ну заходим. Душ. Так. Вот видите, как они сделали, интересно. В принципе, вот... Вот эти органы управления и вот этот, ну, сверху, вот откуда льется все, они упрятали это в стену. Теперь его стало сложно менять. Если нужно будет поменять, нужно будет со стеной дело иметь. А сейчас очень принято такие штуки снаружи навешивать. Ну, может быть, для дорогого дома, может быть, правильно было упрятать. Ой, какая ванная-то прикольная, господи. А, друзья, смотри-ка. Прикольная ванная. Так, то здесь вот вода отсюда льется. Это для воды. Да. Так, окей. А это что такое? Надо вытаскивать. Да, это вытаскивать. Хорошо. Так, там у них walk-in closet, то есть здесь... можно положить много полезных вещей. И тоже продолжается вот этот потолочек такой из балок. Так. Вот я немножко с другой позиции все это вам показываю.
Потому что потолок. Тут потолки интересные. Так. И здесь плиточка. Ай. Не скажу так на глаз, очков у меня нет. Ну, такое ощущение, что как бы она чуть ли не мраморная. Ну, или, скажем так, под мраморную. Наверное, так. Наверное, под мраморную. Так. Покидаем мастер-бедрум. Свет. Что, я в большом удовольствии вообще, я обожаю смотреть такие дома. Да, вот. Понравился. Да, он мне понравился, но опять, как бы всюду не без изъяна, это мое личное мнение. Ну, это понятно, вот. Да. Есть, конечно, какие-то изъяны, но в целом для меня это хороший старт думать о своем проекте, потому что я здесь увидела много каких-то вещей, которые можно использовать, имплементировать. В будущем. Да. А ты считаешь, как вот цена, вот 2,5 миллиона, оно я как ничего бы не могу стоит сказать своих о цене, денег? Я не могу ничего сказать о цене, потому что здесь вокруг ведь все определяется местом, где находится дом, да. И домом. И место это еще сколько-то лет назад было так себе, и школа тут не очень, и все такое прочее. Дома, вот эти эклеровские дома, эклер, uh-huh. houses, они все довольно-таки дешевые, и сегодня вообще ничего не стоит по номиналу. Да, а но порочные. Земля дорогая. Да, земля дорогая, поэтому я ничего не могу сказать. На Зилу этот дом, очевидно, без перестройки. Он да. Числится как 2 миллиона. Они хотят 2,5, но они положили деньги, естественно, перестройку. Я думаю, что уже кусок земли здесь просто стоит уже 2 миллиона в этом месте. Вот тут Google, это самое, здесь 5 минут. Да. До Google, Facebook рядом. То есть все определяется именно этим.